Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю такие небольшие бюджетные салатики. Два. Здесь у меня морская капуста. Значит, весовая, не в баночках, простая бьется. Ну, я ее порезала. Одно яйцо здесь отварное, куриное. Значит, здесь я поджарила лук и морковь. Свежую на растительном масле. Это я сюда выкладываю. Опа. Убираем в сторону. Это нам не надо. И здесь у меня баночка сары. Ну, консерву можете любую. Это что, добавление масла найдет. Я жидкость лила, но еще осталось у меня это. Маленькая шишки. В общем, я тоже сюда выкладываю. Я когда жарила морковку и лучок, я подсаливала. Можно ее хорошо помять, можно кусочки, чтобы такие более-менее целенькие были. Вот так вот. Масло там есть. Ну все, я сейчас перемешаю, можно еще подсолить, поперчить. Я не буду этого делать, потому что соли достаточно, перец. Я не буду сюда ложить, вот видите, маленько упала. Ну все. Вот и все. Вот и все. А сейчас перемешаю, один салатик будет у нас готов. Так, как я уже сказала, можете любую консерву. Можете добавление масла, можете в собственном соку. Ну, какой один будет у нас салатик. Вкусненький, полезный. Потому что морская капуста полезная. Так, сейчас я перемешиваю. Один, и еще у нас там стоит один салатик. О, какой салатик у нас будет. Вот. Хорошо, как раз на один раз семье покушать. Так, это отставляем в сторону. Убираем. Здесь у меня что? У меня здесь, значит, два плавленных сырка. Ну, нормальные сырки, не сырные продукты. И три отварных яйца. Это я все потерла на терочке. Значит, там 2-1, ну, или 1,5 зубчика таких небольших чеснока. Я его мелко порубила. Тоже сюда внизу там закинула. Солить я тоже не буду. Это все соленое. И майонез домашний. И все. По желанию хотите зелень, хотите перец черный. Все. Такие у нас будут салатики. Видите, как классно. Ну, это домашний наш майонез. Хорош. Пока. Пока. Сейчас я посмотрю, если мало будет. Я еще прямо вилочкой. Делала на терочке. Да и все. Как вкусненько. Такие простенькие, простые салатики. Довольно дешевые, они дорогие. Можете вместо плавленных сырков, может и такой сыр сюда мягкий, твердый. Дело хозяйское. Пошинковать или натереть. Можете сюда добавить черный перчик. Кто любит, может быть зелень сюда. Ну вот. О, какой хватит. О, какой салатик у нас получается. Да что ж ты, получается. О. Так. Тоже уберем сторонку, чтобы не мешал. Видите, как классно, да? Быстро и хорошо. Вот таких два салатика, дорогие мои. Все просто, легко и вкусно, и бюджетно и полезно. Что, дорогие мои, всем с праздником, с крещением Господним. Ну, всем здоровья, удачи, везения, терпения, веселья. Всем пока-пока. До новых встреч.